Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хочу поделиться своими впечатлениями от прохождения курса обучения у Никиты Бурлакова. Курс назывался «Гипноз и слиперство». Это удивительная, просто удивительная школа. Те знания, которые я получила, они уникальны. И когда я пошла только обучаться, у меня были уже определенные наработки в этой сфере. Я могла смотреть прошлые жизни, по фотографии могла получать информацию о людях. И цель была просто улучшить свое видение, качество получаемой информации. Но то, что я открыла в себе на этом обучении, оно действительно это уникальные навыки. Нас обучили ходить в хроники Акаши, получать информацию, совершенно любую информацию. Также удивительным был модуль, где мы изучали чистки людей. Буквально 5 минут назад я прослушала восторженные отзывы клиенток о чистке, проведенной мной. И поражает, что когда ты помогаешь человеку, которого вживую даже ни разу не видел, и говоришь множество подробностей об этом человеке, и человек буквально говорит, что ну, после чистки прошло несколько часов, и он уже другой, ему лучше, события вокруг совершенно другие, реакции другие. Естественно, это вдохновляет, и хочется еще больше и больше работать в этом направлении. Очень много других удивительных моментов было на обучении, такие как знакомство со своим высшим «я», как гипнотерапия, тут тоже очень удивительный модуль, когда ты можешь работать с человеком, с его психотравмами, и буквально за считанные часы человек меняется, да, то есть какие-то проблемы, которые не давали покоя человеку много лет, можно решить буквально за несколько часов. И это действительно поражает. Я счастлива, я очень благодарна за этот курс, за это обучение. И, конечно, я советую всем, кто хочет более глубоко познать себя, узнать, кто он есть на самом деле, я советую проходить это обучение. Это удивительное, уникальное, очень редкое обучение. Благодарю.